Итак, всем привет, меня зовут Денис. Есть на корабле. Я чувствую, это какая-то сила. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Да. Куда ты смотрел? Ну, я его видел, но... Я хотел, но он... Что? Убежал от меня. Итак, всем привет, меня зовут Денис, на канале Friday's Play. Мы продолжаем играть в игру под названием «Темные картинки». Man on the Madden. Так, и все. Конрад может быть ранен. Конрад может быть мертв. И все? Он побежал, я бросился за ним. Но он упал и... Я не уверен. Он будто бы убегал от меня. Я пойду его искать. Надо его найти. Я с тобой, твою только мать. Подожди еще минутку. Надо Дев было спрятаться. Не видел. Надеюсь, с ней все в порядке. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Ой, надо успокоиться и постараться мыслить трезво. Ладно? Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Где золото? Какого нахер золота его нету? Это корабль-призрак. Я долбанулась или это корабль-призрак? Вот и я хотел сказать. Я тут письмо нашла и прочитала. Здешние караульные боялись призраков. Mm-hmm. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Уточнение. Так, где команда, это понятно. Что произошло? Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. Странно это место, а не золото. Какое золото? Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Пойди разбери, что тут настоящее. Ты какое золото-то ты задолбала? Где команда? Команда потухла. Ладно, давай золото. Видели золото? Что-нибудь? Может, тут никогда и не было никакого золота? Ясно. Это ничего не объясняет. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Самое время составить план. Настоящий. Дюк оф Милан. Думаю, неплохо было бы на него перебраться. Нам ведь нужна крышка трамблера. Угу. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. И крышка можно трамблера, между прочим. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Ля, сигналит. Да ну нахер. 47-й год. Я на сигнале. Так, секундочку, сейчас кое-что посмотрим. Настройки, что мне не... кажется, что графика упала. Нет. Все норм. И яркость норм. А че, как-то тускновато все стало. Так, ладно. Что у нас тут? У нас ничего, да? Ладно, пошли. А, кстати. Нашел в настройках... Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Влипли, короче. Это самое... Как его? Что я хотел сказать? А. Короче, в настройках нашел такую штуку. Чисто нажатие. Без ожидания, без наверное, скорости. Бред, но крути верти. Может, из этих орудий сбили тот самолет? Какой самолет? Я что-то не понял. Какой, елки-палки, самолет?
Лодыка. Пошли на лодыку. А, все, я понял. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Сопли, слюни и бумага никто не отменял. Что-то мне кажется, что у меня потухнут тут все. Потому что за прошлую серию у меня потухли сразу двое. Я, если честно, был в небольшом шоке. Я хотел спасти эту черномазую. Она вроде самая такая адекватная была. Нашли выход? Наверное, по концове. Еще нет, но я ищу. Я поиграю в эти самые, в спец, вот эти вот какие-то. И не в спец, а... Ой, это как же она называется? Опа, опа. Что? В кусочки. Ух ты, бляха. Чтоб тебя 300 раз. Прекрасно, чуть не откинулся. Инструкции по использованию паривогоза. Шо? Противогаза. Тьфу ты, паривогоз. Шо? О, скоро Новый год. Не помню, какой ты сохранил спокойствие, игра громким голосом, подайте сигнал. ГАЗА! Надеть противогазы, я понял, ну переверни. Похоже, здесь перевозили опасный груз. Шикарно. Противогазы будут выдаваться только в случае утечки газа. Прекрасно, 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 прекрасно. Чудесно, чудесно. А кто, подожди, я забегал? Это ж черненькая была. Там, где стояли в эти самые ящики эти. Блин. Пердец, теперь она не скажет им. Вот черт. Эй, мне нужна помощь. Тут вроде можно подняться. Подсади. Чего? Ты шутишь? Дама? А братец не мог подсадить, нет? Я помогу. Охренеть. Что за жена ненавистник? Эдакий. У меня немножко горло потело. Так, тут-то, я понял, сюда нельзя, все хорошо. Пошли наверх. Ну иди, что ты стал? Як си долго, ты ж, это просто копать. Хоть сюда идите налево. Тут ничего, подожди, 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 подожди. Назад, назад, назад. Да-да, сюда, сюда, да-да-да. А, все, я понял, назад. То сейчас я этого потеряю, вообще будет прекрасно. Рухнет я и все. А тут ничего нету? Бумажка, там труп. Не? Ладно. Главное, shift не работает. Ну, в плане не ускоряется. Скример, да? Не, нормально. Без скрима ты. Просто играю сейчас. Уже же 5 часов, уже потемнело все везде. Секундочку. А тут нельзя никуда посмотреть. Ты быстрее не можешь ходить? Я не понимаю, шифтить тут вообще нельзя, да? Ля, ничего нема. Взяли бы, завалили бы этот проход и все. Я бы не ходил бы сюда. В чем проблема-то, ёпта? А ты что стоишь? Открыла бы уже. Если меня подсадил, откуда тебе силы хватит тебя открыть? Да с ноги. Сюда. Тут можно пройти. Давай. Подожди, там же радист, да? Это ж в самом начале, там где радист был, это ж чудовище, это монстр, это долбанный. Появился. Ядрить, смотреть. Появился этот монстр. Сука. Похоже,
на то место, где мы были с Конрадом. Прекрасно. А, о, это книжка. Так, нажали, отпустили, я ничего больше не делаю. И он сейчас положит, да? А у меня не было такого тогда, когда хотел открывать. В последней записи сказано про шторм. До полудня сильные волны, ветер за 7 минут, это понятно, а дальше, ага. Опа, опа, курс изменен, здравствуйте. Так, дополню, найден секрет, прикольно. Журнал, хорошо. Так, полдень, туман, встретил на ветер, не очень густой туман. С полуночи это был... Стой, туман. А ну, ой, не туда. Еще раз. А да что у тебя? Все, я понял, только две страницы. Прикольно. Вот это они плавали, написали только две страницы. Я понял, хорошо. Фонарик бери. Чё тут так темно-то, ёлки-палки, везде свет горел. Я туда пока я не пойду. Сюда нельзя. Тут у нас труп, он какой-то забился в уголок. Чтоб никто не уволок. Всё. Сейчас, подожди. Оп. Вы нашли радио? Ничего нет. Ты чё там? Но я ищу. А чё ты кряхтел? Опа, картина, здрасте. Поехали. Отлично. У нас пистолет появится, так понимаю. Ищи радио, чё ты стоишь? Не пойму. А тут есть... А, не, телефон не прокатит. Ладно, давай сюда. Я думал, открыто уже. Ага, кукин-квакин. А где мадама? Не понял. Подожди, сюда тоже можно пойти. Понятно. А чё он когда пытается открыть? Да что ты? А, ты зашёл. Ты открыл, да? Не открыл. Чё он пытается когда открыть? У него фонарик гаснет, интересно, а? Специально, чтобы обосраться? Так, здесь. Что у нас здесь? Здесь, наверное, мадама, да? Вот и мадама. А это что? Курс. Ничего не понимаю. Скорее всего. Добираться в Сан-Франциско таким путем? Ну? Как будто пытались отвести всем глаза. Прятки играли. Посреди океана. Доигрались. Что-то шумит, да? Да возьми ж ты эту. Управление вообще огонь. Да бери уже, тебя налево. Шо это, чистый лист бумаги? Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Направление МСС США. Они не знали, где находятся. Дрейф на мелководье. Отсутствие информации. Начало поиска членов экипажа. Выпавшего за борт. Он же не выпал, он спрыгнул. Поиск прекращен. Прекратили поиск. Плотное облачное расположение не удалось. Понятно. Он же не выпал, он же выпрыгнул. А там тупик. А тут что-то есть? Блин, это место. Радист. И вот отсюда вот зашел этот чувак. Не издевайтесь. А здесь делать? Да, ужас какой. Охренеть. Бедолага скопытился прямо во время эфира.
Так прикол, на том же не было эфира. Сигнал бедствия радиосанкции пытаются передать СОС азбукой Морзе. Много мертвых среди экипажа. Не позавидуешь. Я умираю. Зашибись. Зашибись. Смотрите! А я везде сходил? Не может быть. Шо? Оно до сих пор работает. Ну, не проверишь, не узнаешь. Сейчас попробую. О, работает. Отлично, погода. Что это такое? 89. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть! Есть контакт! Наши координаты. Это очень срочно. Ну же, это очень срочно! Прошу! Сейчас потухнет. Мы на грузовом судне. Мы на грузовом судне. Мы на грузовом судне. Большом, заброшенном. Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Курс изменен. Блин! Эй! Ого, дыра! Гляньте сюда! Ни хрена себе дырка. Вот это туалет. Надеюсь, внизу мы как-то сможем включить электричество. Надеюсь, нам вниз вы не полезете. Радио. Кто-то должен ждать возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Не-не-не-не-не-не-не. Напор, я справлюсь, все нормально. Сам справлюсь. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. А, ну ладно. Идите вдвоем. Удачи. Ты готов? Какие вдвоем? Что скажешь? Я ж сам сказал, справлюсь. Ты и я, бро. Ой, черт возьми, блядь. Один надо было. Один. Придурки. Потом я ж нажал один. Ядрить, упали, так упали. Алекс, нижняя палуба. Костя, 4.05, 21 июня. Эй, вы целы? Все зашибись. Я в норме. Заткнись, не, ну заткнись. Нормально. Что делать будем? Отношения. Я не знаю, где мы. Надо успокоиться и разобраться. Буду ждать возле радио. Фонарик скинь. Вот. Это не фонарик. О, годится. Все, там солярка, какая разница, нам так бударить. Пошли. Пошли. Мы на нижних уровнях корабля. Сик чего-то там, короче, было написано. Стой. Ать, два, заходим. Заходим, бродим, интересуемся. Видим интересные записки. Что написано? Похоже, завязалась драка, и этого Чарли отправили в карцер. На 10 дней? 10 суток карцера. Ничего себе драка. Одобрено. Так его ж капитан бросил, не капитан этот. А что так показывается? Что здесь? Поведение, картон, миллер, кража. О, маленькая кража. Сутки карцера, да, нарушение режима
Доступа, так. Пятница, ряд 1 КЛ, Вульц, Уиллс, понятно, что здесь, суббота, Чарли Джонсон, понятно. В лазарете лежал некий Джо. Да-да, лежал. Угу, играли мы за него. Парень кукухой поехал. Ты чё? Что? Помнишь, как мы в детстве влезли в гидроэлектростанцию в конце квартала? Ну, вроде. А меня ты зачем взял? Я хотел тебя развеселить. Но... Тихо. Рискну сюда заходим. Тогда просто ага, вот и лазарет. Опа, господи. И я о том же. Уже видели этого парнишку. Запись, да? Имя пациента Джон Паттерсон. Паттерсон, точнее. Звание рядовой. Место рождения Орл, Тексас, Техас. Ладно, так. История болезни. Умеренный невроз. Утрата трудоспособности не является результатом проступка. Не понял, вступили при использовании службы обязанности. Имело ли место для поступления? Понятно. Состояние негоден к военной службе. Факт данного сегодня. В лазарете пришел на прием ряд. Петерсон на основе. Я заметил признаки сильного стресса и паники. Причем они же наблюдались у этого солдата в крауле на этой неделе. А ну переверни. Найден секрет. История болезни. Так, ряд потрясающих физических здоровья. Молодого человека 25 лет. Без изменений. Медицинское показание. Так, из хорошего. Послужным списком. Так, во время приема он смог ускориться. Тесты на речь. Реакция памяти. Понятно. Диагноз. Сильные панические расстройства. Подозрение на боевую психическую травму. О как. А уверен, что это боевая психическая травма. Хотя подожди, но он же не подходил уже. Когда это все случилось. Ну, в плане, он же был в лазарете, правильно? Оп, сынок. Все, пердец, начнется сейчас веселье, да? С маленьким мальчиком. Может, это сын кого-то из экипажа? Баба, возвращайся скорее. Да, как раз этого Петерсона. Попал ты, парень. Сейчас начнется веселуха. А что там так темно? Там ничего нет. Тут тоже ничего нет. Ну ладно. Так, стоять. Нет. А, все, сюда не пройти. Посмотри-ка. Что там? Трамблер? Внизу. Машинное отделение. Похоже на то. А ведь здесь вполне может оказаться генератор. Трамблер. Проверили. Трамблер. Трамблер. Чёрт. Обрывается. Кто? Я могу спрыгнуть отсюда. Полегче, партнер. Не делай глупостей. Ты в порядке? Спасибо за зарядки. Да. В полном. Спускайся. Только не носом. Давай только ногу не поломай. Нормально. Чё? Эй, проклятие! Что там? Да ты что, не видел? Началось. А, ну да. Конечно. Ты в порядке? Ко мне только теперь возвращаются зрение и рассудок. Ничего этого не было. Поподробнее? Никто не нападал. По-моему, их вызывает туман. Мы, наверное, им надышались, и теперь нас так глючат. А это... идея. Да, я да. Думаю, все так и было. Вот да. Только ты флис убил. Может быть. Это как-то... Козел. Связано с тем разбившимся самолетом под водой? Это был спасательный самолет.
А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Я понял, что самолет. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали. Или им показалось. Ну и ну. Так, ладно. Идем дальше. Пошли. И что у нас тут? А, перевести. Ага. Моторостроительный завод. Ван Линден. А, чем то, что сделал, понятно. 1920 год. Ничего так. Еще и плавает, ёпта, до сих пор. Без обслуживания. Рычаг, да, он не двигается. Я слышал, как один чувак называл другого братом. Ха. Ну и ну. Ну да, я просто думал о них как об ублюдках, но если они братья... Ну, у ублюдков бывают братья. И ничего нету, да? Совсем. Ни ключика, ничего. Вообще. Ни ножика, ни палки какой-нибудь. Ни Аполлонника. Это ж машинное отделение. Тут же должно быть хоть что-нибудь. Я нашел. Да. Как так быстро? И он работает. Я в шоке. Да, это нам и было нужно. Точно? Он уже полудохлый, бедняга. Дерни рубильник и пошли наверх. Подожди. Секунду. Чего ты ждешь? Давай! Да блин! Ладно, тогда пойдем наверх. Где-то же есть проход. Курс изменен. Да елки-палки, я ж... Скорее, вы должны нам помочь отсюда выбраться! Опишите ситуацию, прием! Помогите! Как бы вам сказать, мы в опасности, понимаете? Нам нужна помощь! Пожалуйста, прием! Ага. Координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Вы придете? Скоро? К вам уже направляется группа спасателей. Прием. Ну же! Ой ты, елки-моталки. Давай, давай, давай! А что, он уже работает? Ничего себе, тебя шатнуло этот самый... Подожди, туда я понимаю, что туда можно пойти. Так я там дальше не шел. Не ходил. О, что-то тумана больше стало. Реально, аж по колено. Да что, меня сейчас опять будет пугать, да? Да? Я уже заикаться начал, сука. Туда я не ходил. А, сюда и не походишь, да? Ну да. Ладно. Опа! Книжка. И шо? И шо тут у нас? Журнал комнат машинного отделения. 8.00. Так, самое интересное это тут. Старший механик прибыл в машину дальше. Опа-на. Эй, посмотри. Корабль был на якоре. Подвижная команда, стоп, машина, двигатель остановлен. Получен приказ встать на якорь. А кто? Не помню, если вы плыли, зачем стоять на якорь? Что за ботва произошла? Так, оттуда мы пришли, правильно? Или мы с середины пришли? А, ну все, да, отсюда, все, пошли отсюда. Go to home, парень. Что-то у тебя этот самый фонарик, то не светит нифига. Ну, туманчик реально поднялся. Что это? Что было? Галёный уже. А кто так покромсал эту щиток? Ни хрена себе.
Блин, это чудовище, наверное, тут, сука. Бля, очково, капец, вы себе не представляете. Опа-на. Эй, посмотри. Здрасте. Это ребризер. Рыбаки наверняка принесли его с дюка. Ага. А он еще работает? Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит брать его с собой? Он нас замедлит. Оставь. Он объемный, тяжелый. Ну и... Блин. Взять, оставить. Я не знаю, а что у нас там? Там у нас вода была, да? Стрельба. Взять, ну давай оставим, хер с ним. Рискованно. Курс изменен. Шикарно. Ну это понятное дело. На пару минут хватит. Конрад. Твою мать. Мертвый. Ну. Надо идти дальше. Не знаю, что ты задумал. О, началось. Говори, где рыбаное золото. Что вы? Да, конечно, no! Реально за золотом. Шутите? Они реально тут за золотом? Да ну нахер. Черт. О, трамблер. Крышка, точнее. И что, он его раскромсает или что? Шутишь? А, он золото искал. А его нету, да? Кукуха поехала. Слушай, как быстро. Обалдеть, как быстро. Так, во-первых, надо взять ножик. Угу, взял ножик. Что здесь у нас? Пышуть. Так, совершенно секретно. Ля-ля-ля, США. Останки токсичны. Отлично, блин, открываем. Запрещено, нахер открывали мы. Особенно тот ящик. Хуйня. Бежать. Надо уходить. Валим, валим, валим. Никаких осмотреть, вы что, с ума сошли? Там, правда, ножик может быть, но все же. Опять дыхание, да? Эх, крыша. Где вы прячетесь, сучки мелкие? Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытайтесь меня облапошить. Понесла. Сейчас профукаю момент. Стопудово. Вы оставите меня здесь. На смерть. Но капитан здесь я. Я вам базарю. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Что будем делать? Так, посмотрим, что он сделает. Надо бежать. Нет, посмотрим, что он сделает. Сиди тихо. Посмотрим, что будет. Да, да, да. Американцы пробивали себе дорогу в чужие края и остались неудачниками. Генераторы включены.
золото мое! И теперь пришла моя очередь быть. Моя! Вот этой вот большой кувалдой! Ядри, не успею. Ох, успел, ничего себе. Фух, нагрузочка-то, однако. Нормально так развитие. Да ёпты. Закрывай, закрывай! Думаешь, выдержит? Еще как. Она очень прочная. Да хрен его знает. Стоят не с места. И чтоб никто не смел Негр. Меняться. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно. Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Не Тихо. Меняться? Что значит не меняться? Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Мужик. Стой. Давай не будем ссориться, да? Мы просто хотим выбраться. Живыми. И все. Простите, нет уже. Если вы дышите, значит, выбора у вас тут нет. Так что решат уже не вам. Шо? Ага. Вот опять все переменилось. Что? Что изменилось? Не подходите к туману. Эй, здесь же нет тумана. Не вдыхайте его. Не вдыхайте туман. Тумана нет. Как действует туман? Стой. Что это за туман? Как он действует? Он зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри нас все. Эй, чувак, спокойно. Спокойно. Стоп. Туман в кондо. Без нас? Убери пистолет, сейчас же. Да не паникуй. Что за разговоры? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Что, все, кирдык, да? Так, нет никакого тумана. Последние отсеки что-то было. Ладно. Слушай, в последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Мы задержали дыхание. Мы все немного... Нет! Мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно! Вы типа крутый дайвер. Но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Блин! Он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Он во мне, да? Я это застрелись ты уже. Как он там вихрится? Меня. Внутри. Отвлечь, схватить ствол. Отвлечь. Блин! Давай отвлечу. Спокойно. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне? Вы просто врете! Туман внутри! Что, он застрелится все-таки, да? Взрёт меня заживо! Эй! Не надо! Все-таки застрелился. О,
А что, она была твоя мать? Эй, ладно, мать её шлюп. На одного преступника меньше. И пистолет появился. Есть патроны? Нету? Да, ёлки-моталки. Так, дорогие друзья, наверное, надо заканчивать на этом. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. We'll be right back.